я Александра Соколова. Это видео будет интересно для тех, у кого есть маленькие или большие детки. Мерсине Марина, Мерсин Марина, находится такой парк аттракционов, Луна-парк. Покупаешь вот такую вот карточку, пополняешь деньги. Можно даже с банковской карточки пополнить. И веселишь детей. Стоимость одного аттракциона от 2 до 8 лир, в зависимости от того, насколько он серьезный. Смотрите этот обзор. Если понравилось, не забывайте ставить лайки. Сейчас вам все покажу. Ну и, конечно, в целях профилактики коронавируса у входа и у каждого аттракциона стоят вот такие дезинфекторы, чтобы можно было безопасно веселиться. Здесь как совсем малышики, от 2 лет могут найти и батуты, и карусели, и, конечно, ребятенки постарше, типа вот этой вот лодки. Как здорово! Приезжайте в Мерсин, гуляйте с детьми.